В смысле? Цитка? Бонжор, мне. Бонжор, ё-моё. Тапочка. Сидечка я. Сиди. Без твоего хвоста. Без. Мы говорим вам привет. Ой, чё, подожди. А, доброе утро. Да, доброе утро мы говорим обычно. Я уже забыла, чем мы обычно говорим. Значит, тафочка лежит в позе кренделька. Да, кренделечка. Тут, значит, Сетька закидывал Тафе игрушку. Прям, знаете, брал. И прям в моську пару раз упал. Мое солнышко. Сейчас мы пойдем гулять. Гулять пойдем? Гулять. И сегодня... Сегодня у нас четверг. Сегодня приедет папа в гости. Так что нам будет всем весело. Сегодня дедушка приедет. Правду говорю. Будь здоров. Хоть сегодня 1 апреля, но я не шучу. Ну что, пойдемте на улицу. Пацаны, пойдем? Или вы еще не хотите? Еще рано. Я сегодня шторы не закрыла. Все, 30, так светло было. Это все. Скоро белые ночи, наверное, начнутся. Спасибо. Мне не нужна твоя свинка. Она еще жива? Господи, она еще крякает, оказывается. Я помню, тапочки на 3 года дарили. Помнишь, этот день рождения был на природе? К тебе подписчики приходили. Да, много людей было. Подарили кучу подарочков этому солнышку. Спасибо большое, кто приходил. Это был какой год? Короче, до карантина еще. Позвонил сейчас папа, сказал, что уже минут через 15-20 будет. Что ты там все лижешь? Сади, вот что там вот с этим углом, я не понимаю. Каждый раз заходит, начинает тут лизать. Сегодня погода хорошая. Я тут не помыла окна, вот тут все видно чисто. О, сейчас тут... В смысле? Садька, прекращай. Ну вот, в общем, папа придет, мы с ним посидим, чайку попьем, и я хочу в зальчик сходить. Что происходит все? Сидим. Я что сказала? Марина, ты норм вообще? Ты прям с палочкой, молодец! Бонжорно, бонжорно. Бонжорно, бонжорно. Бонжорно, тути. Всем подписчикам. Тути, тути, тути. Что пахло? Ты еще собаку мне не убил. Мальчонки, просто я это... Далеко в рюкзаке у меня включили. Ты палки, палки. Ну все, так. Да потому что ты ему еще где-то по голове не дал. А всяко утренне, привет. Новое. Да, ты рот открыл. А, это что? Ну ты, папа, вообще. Сколько ты похудел? Сколько уже? Вообще изначально я похудел. На 52 килограмма. 52 килограмма. За 3 года. И еще 31 надо. Так, давайте поставим папе лайк. Папе лайк. Поддержим, да. Потому что он молодец. Он много... Сколько ты за сегодня уже прошел шагов?
30 тысяч шагов, ребята, представляете? Я вставлю скрин, чтобы вы поверили. Папа сейчас не перешлет. А сегодня 1 апреля, могут не поверить. Ну, сегодня еще... Я еще гулять же пойду еще сегодня с ними. А ты пойдешь? С пацанами, ну да. Вот, 23,5 километра прошел. Это сегодня? Сегодня вас встречу. Сегодня. Сади! Он там твою гречку. Что-то это самое, Стапа не мигает, смотрит на меня, думаю, вот это, думаю, ну еще, привет, я так потренировалась, хорошо. Ой, ты долго в ленте было, народу много, я что ли? Не в ленте, я еще потом подселяю, ходи. Стапа такой ласковый, слушай, вообще, это не важно. И подходит ей это самое за ногу, ну, как со Стасом, видимо. Так, знаешь, это самое, и лежит, и лапочки туда. И сюда этот ты все свои игрушки, эти пищалки носит. Да. А Тафе это не нравится, знаешь, это дома. А я сейчас супчик быстренько сделаю. Овощной. Покушай. Ты будешь супчик? Не, я уже закончил еду. Не, на завтра. А какой? Крем-суп из кабачков. Ну, крем-суп. Я просто думаю, вместо сливок молоко добавить можно? Можно. Будет менее такое. Ну все, тогда молоко добавлю. Вам хорошо погулять. Смотри, видишь, она какая-то скоро отвалится. А, это ничего, я удержу. Где удержу? Где-то удержу. Хотела спросить, ты палочки берешь? Палочки. Одну, как минимум. Или максимум. Все, давайте. Что-то я тут хорошо лежал, видимо, да? Да. Ну все, давайте. Все, давай.